Всем-всем приветики, приветики. А у нас первое купание в новом доме, да? Посмотрите на эти очень-очень довольные мордульки. Набрали ванну, нам выделили полочку для шампуньки животной и для полотенец. В общем, все как у людей, да? Сейчас будем купаться, чтобы чистые все были, красивые, чтобы все были, да? Такие красавцы у меня. Все, шампунькой всех помыла. Всех помыла, кроме вот мордашки. И вот этой мордашки. Мордодулечки не стали мы сегодня мыть. Чистые мордодулечки. Все, выходим. Вытираемся и выходим. Ну что, чистые все. Чистые, да? Ой, какие чистые. А где Донечка? Доня? Да, Донечка, ты где спряталась? Донечка, идем к нам. Идем. Идем, идем к нам, девочка. Ой, все чистые, сейчас носиться будут, да? Бусюсик, стряхиваться будешь, да? Чтобы весь пол был мокрый. Да, Донька, мы тебя видим. Ты от нас прячешься вон за халатом. А эти все, надо бегать. Надо бегать, надо прыгать, да? Чтобы быстрее обсохнуть. Чтобы быстрее обсохнуть. Да, Донька. Да, Донька, ты лентяйка маленькая. Ты не хочешь бегать и высыхать? Ой, хвостиком машет. А смотри, какая ты теперь чистая. Запах вкусный-вкусный. А тут с этой стороны маленький птеродактиль. Маленький птеродактиль, это Милка. Все. Всем можно носиться, да? Можно носиться, прыгать, бегать и скакать. Ой, ну эти боевые-то псы, боевые-то. Ой, все, бойня. Гуся, я скажу, уже человек в возрасте. Мне не до этих бешеных игрищ. Но гулять сейчас не пойдете, а то замерзнете. Даже вы, пушистики, пока не обсохнете, будем сидеть дома. Еще и грязи на себя натащите. Да попить надо после таких волнений, да? Кошка довольна, ее не мыли. Ну вот, сегодня у нас помывочный день так образовался. Всех целуем, обнимаем, много радости желаем.